Вы уже не обессудьте, не обессудит нас женская половина нашей зелистской аудитории, но мне Майя Санду все больше и больше начинает напоминать великовозрастную курсистку, которая, прогуливаясь по Парижу, попала, наверное, в самый крутой секс-шоп этого города. Сначала было смущение, потом удивление, потом испуг. Что скажут преподаватели и родители? Если серьезно, да не обессудит Майя Григорьевна, но у меня сложилось все же стойкое ощущение и убеждение за эти 2,5 месяца, что вы, я, все нормальные здравомыслящие люди, которые живут в этом славном городе, в нашем славном царстве-государстве, живут в одних реалиях, а Майя Григорьевна и некоторые дамы из ее окружения живут совершенно на вселенной.